Ребят, мы переехали. Фух, можно выдохнуть. Это только начало, на самом деле, столько всего разбирать, еще вещей, вы просто полный завал. Ой, куда эти подушки? Зай, положи пока туда в шкаф. Я же положила другие в спальню. Ага, хорошо. Ой, в общем, не знаю, сколько понадобится времени и дней это все разобрать. Походу, точно неделю будем разбирать, но ничего. Мы не с этим справлялись, мы совсем справимся со всеми трудностями. Вот, так что я надеюсь, что мы за выходные все разберем и не будет просто вот этой кучи, как на китайском рынке.